Здравствуйте, ребята! До светлого Христового воскресения осталось совсем немного времени. Один из главных символов праздника – это пасхальное яйцо. Во всем христианском мире принято считать, что пасхальное яйцо олицетворяет собой символ воскресения Христа. В праздник было принято дарить друг другу не только крашеные яйца птиц, но и деревянные резные, костяные, расписные, украшенные самыми удивительными способами. Об истории этого праздника вы можете узнать из книг или интернета. А сегодня я предлагаю сделать подставку для яйца пасхальную курочку. Для этого нам понадобится желтый лист бумаги А4, ножницы, карандаш, клей, втулка из-под скотча, картон. Можно взять скотч еще двусторонний и клей. Итак, приступаем. Вырезаем из картона по окружности втулки вот такой круг и приклеиваем его к втулке. У нас будет дно. Вырезаем из бумаги вот такую полоску шириной 4 сантиметра и длиной по длине листа и приклеиваем к втулке. Сейчас я покажу, как это сделать. Аккуратно приклеиваем. Здесь у нас еще должно остаться немного бумаги. Мы ее склеиваем вместе. Вот так. Здесь поднатянем. Эту бумагу, которая осталась у нас, мы ее вместе склеиваем. Так. Получается у нас вот так. Затем мы вырезаем голову курочки. Можно взять из интернета, можно нарисовать сами два экземпляра. Вот так, да? Вырезаем из красной бумаги гребешок. Две бородки вот такие. И приклеиваем. Гребешок мы в середину приклеиваем курочки. Так. Мы можем подрезать немножко. Получаем вот такую голову. Приклеиваем бородку с одной стороны и с другой стороны. Так. И со второй стороны также приклеиваем бородку. Получаем у нас вот такая голова, да? Теперь мы вырезаем носик курицы из оранжевого, из оранжевой бумаги. И также приклеим. Можно, кстати, закрасить носик фломастерами.
коричневыми или оранжевыми. Вот такой носик. И со второй стороны приклеим. Вот так. Дальше мы вырезаем из коричневой бумаги вот такие перышки и приклеим внутрь с двух сторон. Смотрите, я приклею на скотч, например. Так, чтобы у нас были видны коричневые перышки. Вот так получаем. И со второй стороны также приклеиваем перышки. Голова у нас готова. Приклеиваем глазки. У меня клеящиеся глазки. Глазки можно нарисовать. Вот так. И со второй стороны. Так, голова у нас теперь готова. Пока мы отложим в сторону. Делаем теперь крылышки. Вырезаем вот такие два крыла курочки. Приклеиваем к ним коричневые крылышки. Так вот, с одной стороны и с другой стороны. Так, с этой стороны. Так у нас будет и вот с этой стороны, нам вот сюда нужно. Крылышки мы можем уже вот приклеить. Крылышки не до конца приклеиваем. Вот так. Второе крылышко приклеим. Так. Получаем. Нет, вышло. Вот так вот приклеиваем крылышки. И вот сюда. Вот это у нас будет открываться. Крылышки приклеили. Теперь можно приклеить голову вот сюда, вот на оставшуюся бумагу. Мы ее сейчас приклеим вот так. Я приклею скотчем. Можно приклеить клеем. Но лучше, наверное, будет держаться скотчем. Вот сюда мы вот так приклеим скотчем. Вот получили мы голову, да? Вот здесь мы подрезаем, чтобы закругляем. Вот так. И делаем хвостик курочки. Хвостик мы делаем вот такой, да? Двойной получаем. Вот такой у нас должен получиться. Также мы приклеиваем коричневые перышки. Хвостику.
второе. Аккуратнее, чтобы подсыхало и держит. Так. Серединку мы смазываем клеем и приклеиваем вот сюда, сзади хвостик. Сейчас он у нас подсохнет. Можно, конечно, посадить на скотч. Такая курочка у нас получается. Можно подарить на праздник курочку с яйцом. Курочка наша готова. Спасибо за участие.